Всем привет! С вами я, Владимир Казачук. Вы находитесь на канале Old Dutchman. И в этом видео мы с вами продолжим тему избавления от лишнего веса, здорового образа жизни, начатую в предыдущем видео, которое было пару дней назад. Ссылка на это видео будет в первом комментарии под сегодняшним выпуском. Итак, я там затронул тему одного овоща, сезон которого именно сейчас наступил. И этот овощ помогает снизить зеркало холестерина в 3 раза. Это не маркетинговый ход, это не реклама, это не обман, это не трюк, это на самом деле так. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту картиночку. Как вы думаете, что это? Это не капуста, нет. Это не брюссельская, не красная, не цветная капуста. Это обычная редька. Совершенно верно. Но не та круглая, черная, которую вы выкапываете в огороде, а верхушку выбрасываете. Как говорилось раньше, тебе вершки, а мне корешки. Это именно простая редька. Ее листва собирается в качан, вот такой вот, как капуста. И эту листву используют в качестве дополнительных приправ к салатам. Можно делать ее с маслом, можно, допустим, делать обычно просто подсаливать с уксусом, просто саму капусту делать, если с луком. Различные есть рецепты приготовления вот этой вот листвы, этой редьки. Что она делает? Во-первых, да, у нее вкус немножечко горьковатый. И не каждый человек согласится съесть, допустим, даже один листик. Если вы знаете, пекинская капуста, она сама по себе немножечко горчит, то это горчит, ну, раз в 5, может быть, а то и в 10. Поэтому использовать вот эту, скажем так, капусту, листья редьки, нужно в умеренных количествах в пищу. Но преимущество этой редьки перед другими продуктами или химикатами, которые могут вам быть посоветованы для избавления от лишнего веса. Так вот, преимущество. Помогает снизить уровень холестерина в организме в 3 раза, если вы хотя бы в течение месяца ежедневно будете съедать, ну, по 100-150 грамм вот этой вот листвы редьки. Улучшает работу кишечника, избавляет от лишнего балласта и от тяжелых металлов, оседающих на стенках кишечника. Помогает утолить чувство мнимого голода. То есть, если вы, к примеру, хотите что-то поесть, вечером привыкли хорошо, плотно покушать, чтобы лечь спать, съешьте салат с листьями этой редьки. Это будет и полезно, и вкусно. Плюс ко всему, вы сделаете только пользу своему организму, своему желудочно-кишечному тракту. Помимо этого, также листья вот этой вот редьки стабилизируют, помогают кровеносной системе стабилизировать ваше кровяное давление. Вот посмотрите, казалось бы, обычный овощ, листва которого у многих людей просто-напросто выбрасывается в мусор. Обычный овощ, обладающий такими суперкачествами, помогающий вашему организму избавиться действительно от лишних калорий, улучшить кровообращение, улучшить кровоток в кровеносных сосудах и снизить вес. Потому что именно благодаря вот этому овощу организм включает в работу процессы метаболизма, пережигающие калории, пережигающие жировые клетки, переходящие в энергию для переработки вот этой вот принятой в пищу редькиной, скажем так, капусты. Это, между прочим, не моя придумка. Это, да, был раньше когда-то такой журнал «Здоровье». Сейчас журнальчик называется немножечко по-другому, да и немецкий. Это я взял всю информацию из этого немецкого журнала. Причем журнал имеет большую популярность среди людей, ведущих здоровый образ жизни. Если хотите всегда оставаться в тонусе, всегда иметь хорошее настроение, знать, как правильно заниматься спортом, какие гимнастические упражнения нужно делать для того, чтобы действительно поддержать себя в тонусе. Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться на наш канал, лайкнуть это видео, поделиться видео с друзьями.
для желающих стать спонсорами и подтянуть наш канал на ступеньку выше. Вот этот вот код. С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала All Dutchman. Всем удачи, пока.